это вот не работает. Тут оно отсутствует. Все это не льется. Смыва нет. То есть вот такой вот культурный объект. Суперкультурный объект под названием. Это вот вложенные деньги в ремонт. Лето ремонтировали, значит, площадь привокзальную перед вокзалом, ну плюс тут наводнение. И в итоге вот отремонтировали, что было два туалета с водой совсем. Сейчас один, просто типа очко. Видимо, он тоже попал в список объектов, которые представлены на торгах, да, доля которых продается. Ну, то есть, короче, сервис высшего уровня. Провал ботинки и покинул этот гостеприимный объект с вывеской Амурпорт, где прокат коньков, но у меня свои. И на удивление сегодня идеальный лед, видимо, ну не видимо, а точно сегодня его заливали где-то час-полтора назад. Можно кататься, дети ушли в школу, в садики, родители работают. Ну а у меня обеденный перерыв и плюс визит вот в таможню, поэтому я сейчас жду, что мне маманя с таможни какую информацию принесет. Она пошла штурмовать эти неприступные стены с пачкой документов. Вся, значит, заведенная. Жалуюсь, что я старая, я не помню совсем. Ну, короче, посмотрим отношения. Ей там нужно нижайшую просьбу начальнику таможни, чтобы он позволил холопам, смердам получить свою посылку и заплатить 0,9 евро пошлины на сайт, за которую вымогают непонятные какие-то требования. При этом никаких образцов, бланков, образцов заявлений, никакой информации, сопровождающей, значит, процесс, абсолютно нет. То есть вообще насрать на людей. Ну, как бы ладно. Пока радуемся. Вот льду. Какой он классный, а? Ну, уже тут несколько человек проехало. С десяток, может быть. Да, вечером тут будет класс. Но погода прохладная, 25 мороза примерно. Ночью было 30 с лишним, по 35 где-то. Поэтому телефон замерзает, поэтому я прячу его. Вон, парочка катится. Даже снимать некого, что-то все укатились в другую сторону. Потом пойду вон чай пить, вот там вот, загородка. Ну, разминка идет полным ходом. Холодрыга такая, что нос замерзает от скорости. Поэтому чаек из термоса. Лед все-таки залит неровно. Здесь вот более-менее. Вот яму залили. Ну, видно вот буграми, потому что, ну, большой мороз. Вода не успевает растечься. Это не 5 градусов мороза, а 35. Соответственно, она все-таки буграми. Ну, вот здесь более-менее участок. Потому что тут машина ехала по прямой и залилось. Ну, самый лучший участок вот здесь, можно сказать. Там хуже, там буграми дальше. Ну и отсюда хорошо наблюдать, да. То есть попивая чаек, наблюдать вон за той дверкой, вот в том доме, где находится таможня. Сейчас я увеличу. Поэтому надо будет пойдем вот так прям. Наденем эти для коньков и туда пойдем выяснять. Я уже не пошел, потому что меня маманя убедительно попросила молчать. Я говорю, ну как я могу зайти и молчать? То есть молчать до определенного предела можно, когда люди нагло уже начинают просто издеваться, то не получается. В общем, все, праздники отгремели, но зима еще не кончилась, еще впереди. Должны быть крещенские морозы, хотя сейчас без всяких крещенских морозов дубак сумасшедший. 15 января, Дальний Восток, с вами Юрич пока что.